Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал, смотрите это видео. Я сейчас вам покажу две посылочки из Китая. Я нагнусь ненадолго. Которые мне сегодня наконец-то на почте вручили. Так, первая посылочка, я уже разорвала пакет, чтобы не искать ничего. Здесь были заказаны детские джинсы на резинке достаточно большого размера на 140 сантиметров. Вот. Так, они ведь простые, да, простые джинсы. Утепления здесь никакого нет. Бирки что-то бумажные тоже китайцы пожалели приделать. Просто эта штучка и тканевая бирочка. Джинсики выглядят вот так. Конечно, на картинке они выглядели немного попривлекательнее, чем здесь. По стоимости не могу сказать, что они выходят очень дешево, но сейчас, знаете, в магазинах тоже, я смотрела, детские джинсы стоят в районе 700 рублей, чтобы можно было купить такие нормальные, мальчиковые. Здесь они, конечно, интересные такие, с оригинальным дизайном и на резинке. Мне кажется, очень удобно на резинке джинсы покупать. Очень удобно надевать самому ребенку и вообще, и себе тоже немногим жизнь облегчишь хотя бы тем, что там вот да, такие джинсы. Они такие мягонькие, тоненькие на самом деле, летние. Вот. Ну что сказать, вообще-то неплохие. Но и цена тоже у них не особо дешевая. Ссылку я оставлю, я просто не помню, за сколько я, честно говоря, заказывала их. Примерно за месяц они пришли. Я очень рада, что пришли. Завтра сообщу, что пришли, и отдам девушке, которая заказывала. Здесь должен быть рюкзачок. Тоже у меня девочка заказала рюкзачок. Достаточно интересный. Лично мне интересно посмотреть на этот рюкзачок, как вам, не знаю. Надеюсь, что тоже. Вот как он запечатан. Был он по групповым покупкам, но по групповым покупкам стоил тоже так не 3 копейки, не 3 рубля. Может быть, вы его видели. Вот такая вот штука. Конечно, он пахнет вот немножко. Задыхаюсь, немножко пахнет. Достаточно много пахнет. Короче, пахнет. Его можно носить за ручки. Две ручки, две. Представляете, смотрите, как круто он раскрывается. То есть, как сумка прям настоящая. Прикольный, кстати, рюкзачок такой. Вот. И здесь молния посередине прямо. То есть, можно еще и вот за эти две носить, как сумку. Штуки. Какой-то интересный трансформер. Внутри у него такая вот... Что-то пахнет, как рыбой тухлой какой-то. Не знаю. Вот запах, как бывает обычно вот от новых этих китайских сумок, еще какой-то тухлой рыбой. Чуть китаец положил. Здесь внутри вот такая вот подкладка. Не знаю, она так вот, видимо, на форму, на всю его расширяется немножко сейчас помятая. Такая, не знаю, бархатная. И кармашек. Один дополнительный, и все, в принципе, вот это одно отделение. Интересная сумочка, трансформер. Замочек хорошо работает. Так, значит, вот так мы закрываем. И если что, то берем вот эти две лямки, вытягиваем их сюда и надеваем уже его как рюкзак. И здесь еще есть дополнительный кармашек. Вот, дополнительный кармашек. Можно сюда что-нибудь типа ключей положить. Телефон, деньги, кошелек. Кстати, мне понравился такой рюкзачок. Так, сумочка можно носить. Если что, то можно сделать длинную, как для сумочки, вот так вот. Ну, вот не знаю, конечно. Так-то прикольный, но вот рюкзак так тоже. Хотя, может, и всегда можно надеть как-то, вот я не знаю. Себе тоже может такой мне заказать. Лямочки здесь все регулируются. Здесь лямочки, смотрите, как хорошо сделаны. То есть они с внутренней стороны тканевые, а снаружи они вот такие вот. То есть, мне кажется, это предотвратит, так как я не думаю, что это там у китайцев очень качественный кожзам, но может, конечно, и качественный, но это предотвратит какое-то время и стирание. Знаете, ручек происходит обычно у сумок, они стираются. А так мне очень понравился рюкзачок по качеству, только немножко запах надо, чтобы он отошел, а то прям, да, задыхаться начинаешь. Такой маленький, так компактный выглядит, но получается, что в него вообще можно много всего напихать. Он как спортивная сумка, наверное, даже футбольный мяч сюда можно запихнуть, вообще большой такой.
как клевый рюкзачок, мне очень понравился. Надеюсь, что понравился вам тоже. Теперь я себе тоже такой хочу. Надо заказать, посмотреть, может быть, он есть там. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И то, что мне сегодня пришло. Такие все-таки интересные вещи, а не как всегда одно и то же. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Ваша любовь.